Всем привет! Сегодня уже 25 августа, Московская область. У нас заметно похолодало, запахло осенью, днем 20-22, а ночью вообще холодные, 8-10 градусов всего лишь. Давно я не снимала цветник, хочу вам вкратце показать, какие произошли изменения, какие цветы сейчас цветут, в общем, всего понемногу. Как вы заметили, уже мы обрамили цветник камнем. Цветник неровный, он идет в виде волны, но по ходу движения я буду показывать. Камень мы ложили полностью на сухую, то есть крепления между камнями здесь нет никакого. Единственное, здесь создана стенка из песка, примерно до 10 сантиметров здесь песок. И камень укладывался просто на сухую. Держится хорошо за счет растений, которые будут разрастаться, и почвопокровные корни тоже будут хорошо этот камень держать. Высота камня везде по ходу цветника разная. Здесь поменьше, потому что здесь у нас возвышенность, дом стоит на самой высокой точке. А туда дальше уже к концу цветника перепад, и там, конечно, стенка из камня будет больше. Но сейчас буду по ходу вам показывать. Овсяница моя, смотрите, все-таки из семян выращена, великолепное растение, мне очень нравится, в этом году буду сеять, мне на следующий год для моей альпийской, условно альпийской, там каменистой горки, нужно будет примерно 10 кочек. Буду выращивать сама, потому что я посмотрела, одна кочка у нас вот такой голубой овсяницы стоит 450 рублей. Ну, примерно вот такая, чуть поменьше кочка, это дорого, а мне их нужно 10. Роза цветет, не останавливаясь, вот такая красивая. Розы буду обрабатывать, сейчас сразу буду показывать препаратом каким, скорым, это сегодня, потому что у нас до этого были дожди невозможные, нельзя было ничего обработать. Пятнистость появилась кое-где, видите, здесь так по мелочи, но все равно обработаю. У меня немного, всего лишь, наверное, кустов 6 или 7 роз, но буду обрабатывать скоро. Так, гортензия. Сейчас пик цветения гортензии, конечно, не великолепно. Я гортензии очень люблю. У меня 10 сортов гортензий. Это метельчатая. Я считаю, что это пересорт. Сейчас я вам поближе покажу. Вообще, я покупала ее как ванила фрайс. Ну, конечно, это не ванила. В прошлом году я ее высаживала. Само растение мне оно не нравится в плане именно вот метелок вот этих вот, они какие-то рассыпчатые, в общем, некрасивые. Я сюда именно перед домом хотела посадить ванилу фрейс, но пересорт. На следующий год, наверное, я буду ее отсюда убирать и посажу сюда крупнолистную гортензию. Ну, это у меня здесь горка с разбитым кувшином. Лабели, смотрите, как хорошо цветет. Это серия Ривьера, синяя и белая, розовая кустовая лабели. Выращивала из семян. Сейчас она немножко так раскидана, потому что я только что полила. Подстригала, как вы помните, лабелию. Вот она уже начала повторно цвести, выдавать цветоносы. Ну, по мелочи, конечно, потому что вот эти кусты я очень сильно обстригла. Но туда дальше другие сорта хорошо цветут. Хосты тоже все в порядке. Это фуксия. Отлично. Это штамп около 70 сантиметров. Я ставила осенью. Сорт называется дисплей. Смотрите, какое красивое дерево, правда? Очень красиво. Так, это крупнолистные гортензии. Это, помните, я вам показывала, как ее высаживала, как приобретала. И вот так она красиво разрослась. Это вот одна. И вот вторая тоже гортензия крупнолистная. Посадка этого года. Ну, я оставлю ссылку. Зайдите, посмотрите, очень красивые гортензии. Это тоже дерево фуксии, которое поломал ветер. Так, смотрите, как отошла моя сосна на штамбе. Вот. Я ее лечила долго, потому что из зимы она очень плохо выходила, лысая была. А сейчас смотрите, какая красивая у нее крона.
В общем, выходила ее, отлила. Вот так она теперь выглядит. Красавица. Хосты. Так, это моя боль и печаль. Это крупнолистная гортензия. Бесконечное лето. На нее очень сильно напал паутинный клещ. Сразу это было незамечено. Я здесь приездами, наездами была. И он ее очень сильно изуродовал, конечно. И мне пришлось ее всю подстричь. Видите, она такая сейчас полуголая. Но вот выпускает маленькие молоденькие листики, все отлично, так листва была вся вот такая еще хуже. Я по мере отмирания листьев обрезала вот эти вот все испорченные, и вот новенькие наросли. Против паутинного клеща я использовала вертимек по инструкции. Еще одна фуксия на штамбе, здесь штамп уже, по-моему, 90 сантиметров. Я уже не помню. Но я тоже снимала видео, когда она была в полном цветении. Сейчас, видите, уже так по мелочи цветы остались. Тоже очень красиво. Конечно, меня спрашивали, зимуют ли они у нас в открытом грунте. Конечно, нет. Это растение, которое нужно будет выкапывать и сохранять в подвале или в погребе, что у вас есть. Вот гортензия. Покупала я ее как Лаймлайт. Не знаю, этот сорт или нет. Но вот выглядит она, мне нравится. Очень такие набитые соцветия, красивые. Они сначала такие были белоснежные, прям белые-белые. Потом чуть позеленели. Вот так они зеленели, а теперь розовеют. Ну, красивый куст очень, такой компактный. Мне нравится. Вот повторно цветет белая лобелия. Белый инисорт называется. Тоже была подстрижена летом. Хаутюния. Смотрите, как хорошо разрастается. Вот. Уже такая прям поляна-поляна. Здесь у меня спрятана, видите, забивает. Это камнеломка. Отсюда я ее буду убирать на Альпийскую горку в следующем году. Это вот такой микроскопический чабрец маленький. Очень красивый, такой нежный. Лиственница плакучей формы. Стив Випер. Великолепная красавица. Так, и следующая гортензия тоже мне она нравится. Я ее покупала как фрасмельба. Вот так она выглядит. Не знаю уж этот сорт или нет. Потому что они как-то, вот эти сорта все между собой очень схожи. Она тоже, смотрите, вот такого была белоснежного цвета. Потом чуть-чуть она позеленела вот так. А потом порозовела. Ну, в общем, массе смотрится, конечно, куст очень красиво. Вот тоже повторно она начинает кое-где цвести. Это фуксия. На штамбе ля Кампанелла. Вот так она выглядит. Здесь не хватает одной ветки. Была такая шапочка красивая. Ветер сломал. Штамп тоже около 90 сантиметров. Буду сохранять в подвале, в погребе у себя. Здесь гаага вечно зеленая, рододендрон. Цветет очень красиво полярный медведь. Вот как раз вот насчет этой гортензии, я думаю, что да, действительно, это полярный медведь. Потому что я посмотрела внимательно на всех сайтах, на картинках, очень-очень похоже на Polar Bear. Тоже куст красиво смотрится. Шапки такие набитые, очень-очень красивые. Тоже фуксия ля Кампанелла. Вот так она за гортензией, конечно, спряталась. Чуть неудобно я ее посадила. Но смотрите, какая красавица. Здесь два растения сплетены в косичку. Сейчас, если будет видно, я покажу. Вот два растения. Они сплетены. Вот так это выглядит. Фуксия в саду, в открытом грунте, выглядит просто великолепно. Кизильник горизонтально, смотрите, как разросся. Вообще в этом году он прям целый ковер. Что самое хорошо, знаете, по нем очень
хорошо ходить. Мне нравится. Он не приминается, даже если где-то примялся, он сразу раз и восстанавливается. Хорошо забивает также сорняки. Отличное растение. Мои голубые Blue Arrow — это скальные можжевельники. Барбарис. Очень красивый. Был куплен на распродаже. Чахленьким растением. Буквально вот такие три веточки у меня сын купил за 110 или за 120 рублей. И сейчас это вот такой красавец. Выходили. Смотрите, какой становится у меня мискантус. Вот такой красавец. В углу посажен и уже набирает метелки. Сейчас я вам покажу. Когда он выпустит все метелочки, я потом обязательно сниму. Смотрите, как на солнце. Не знаю, будет передавать камера или нет. Он просто излучает вот какой-то свет, что ли. Очень красивые метелки, как искусственные. И сейчас он будет вот такие метелочки выпускать, и очень будет красиво. Сейчас он ростом примерно в 3 метра. Около 3 это точно. Это княжик на опоре. Вот такой. Это княжик, который должен быть розовым. Я его покупала в частной коллекции. 3 штуки. Розовый, белый и сиреневый. И все три они вот такого сиреневого цвета. Что очень даже обидно. Ну, смотрите, разрастается. Это в прошлом году я покупала его. Ну, буквально сейчас я скажу. Высаживала вот такими 2 или 3 веточками. И в этом году он уже у меня вот такой. Надо будет его будет подправить еще на эту сторону, чтобы он красиво оплетал. Так, это моя покупка этого года. Покупала в середине лета. Это спировские. Помните, я показывала такой небольшой кустик. И смотрите, какое кустище. Уже отцвела. А так она цветет вот такими нежными, такими сиреневыми. Сейчас и сфокусируется цветочками. Просто куст весь усыпан вот такой мелкотней. И смотрится вот эти веточки очень воздушно. Красивое растение. Мне оно очень понравилось. Я его буду размножать, конечно же. Здесь у меня высажен бадан вот таким полукругом, да. Но я его, скорее всего, буду убирать, потому что он себя очень плохо себя здесь чувствует. Потому что здесь солнце практически до 3 часов дня, до 4. И, наверное, ему здесь плохо. Поэтому я буду убирать. Смотреть на вот такие растения полуубитые не очень-то хочется, поэтому, скорее всего, я этот полукруг уберу из бадана, а посажу сюда лаванду. Тоже может быть также полукругом, волною, не знаю, посмотрим. Это еще один мискантус, но это такой, он намного мельче будет, чем вот который я вам сейчас показывала. Вот, и, конечно, его в ограничитель обязательно. Так. Ну, здесь хосты. Также сейчас я вам, чтобы не забыть же камни показывать. Вот так, видите, мы сложили камушки. Вот таким образом. Они устойчивые. Я не хотела никакой здесь кладки, ни клеевой, ни цементной, ничего. Просто сложить вот так камни. Сейчас со стороны покажу, как это выглядит. Конечно, стало бордюрено, так цветник стал более аккуратно смотреться. С камнем подчеркнул линию, вот эту волну, да. Это я здесь немножко убирала сегодня. Еще видите остаток камня. Гортензия. Следующая у меня здесь — это стронг анабель, это древовидная гортензия. Тоже видите, уже отцвела, шикарно цвела. Такое кустище огромное. Ну и шапки сами видите. Какие большие шапки гортензии. Вот. Когда она белая, конечно, смотрится как невеста. Такие шапки здоровые. Это гортензия фантом. Сейчас, чтобы ее заснять, нужно отойти. Вот такая у меня красавица. Очень мощная, красивая гортензия. Шапки у нее невероятно огромные. Вот. Это вот только одна. Представьте их, сколько здесь. Вот такая.
огромная. Очень красивая. Тоже меняет цвет от белого до розовеющего. Так все здесь выглядит. Еще я здесь убрала. Помните, у меня здесь сидел отчиток. Я его отсюда убрала, потому что он вырос выше вот этой голубой елочки, которая у меня на штамбе. И полностью закрывала здесь обзор. Полностью этот отчиток. Я не думала, что он такой огромный. Мне соседка дала, у нее намного меньше. А у меня вырос вот больше, чем эта голубая елочка, представьте. И я его отсюда убрала и посадила просто веронику. Эту веронику я купила за 100 рублей на распродаже недели две назад. Очень чахлая была. Ну, тоже, знаете, 50% скидка, где вот есть отдел. Вот я сюда ее высадила. Вот за две недели она уже приросла. И смотрите, как довольно-таки хорошо. И сразу открылся вид на мою елку голубую красивую. То вообще было не видно из-за этого отчитка. Цветет гвоздичка. Это уже повторно. Я срезаю, и она повторно цветет. Собираю потихоньку по затворкам. Это каменные розы. Меня угостили. Это все на будущую каменную горку, которая будет в следующем году. Но я надеюсь на это. Потихоньку так рассаживаю эту хаутинию. Видите, как отличается, если вы ее сажаете на открытое солнце хаутинию, она вот имеет вот такие яркие цвета, триколор, да, такой. Чем темнее место, тем хаутиния бледнее, преобладает больше желтый и зеленый цвет. Тоже струнка Аннабель, древовидная гортензия, вот такие у нее шапки огромные, просто громадные. Это вот одна, представляете? Ну, здесь все без изменений. Буду на следующий год убирать вот эту шелковицу на штамбе. Вот она так выглядит. Не от того, что она здесь мешает, а от того, что я ее буду сажать тоже возле каменной горки. Там у меня будет небольшой фонтанчик. В общем, это на следующий год. Здесь декоративная тыква. Опять у меня в этом году ее некуда было высаживать. Посадила ее опять-таки в цветник. Все равно место пустует. Новый сорт декоративной тыквы. Ну, посмотрим, что из нее вырастет. Вот. Видите, она такая пупырчатая. Посмотрим. Очень плодовитая, очень мощное растение. Постоянно ее нужно вырезать пасынки, иначе она здесь просто заплетет все большим ковром. Так, дальше тоже цветет красавица такими желтыми цветочками. Великолепный тоже куст. Мне нравится, непрерывно в цвету. Замечательное растение. Так, розы свои покажу. Розы, розы. В прошлом видео, по-моему, я обещала написать сорта, какие у меня роз, и не написала. В этот раз обязательно подпишу. Итак, высаживала я сюда в этом году три розы. Это вот такая желтая, очень красивая и очень сильно пахнущая. Очень сильно. Я прям хотела, чтобы роза у меня пахла. Подойти и прям полюбоваться ароматом. Хорошо наросла, да. В принципе, чистая, но я ее буду, видите, тоже вот скоро я вам показала препарат, обрабатывать. Пятнистость кое-где появляется. Это роза красная. Она, знаете, сейчас я вам покажу. Здесь, наверное, получше. Она такого неоднородного цвета, она со штрихами. То есть фон просто красный, а штрихи темно-красного цвета. Вот так она выглядит. Вот уже отцвела. Тоже повторно цветущая. Вот так она выросла. Высаживала буквально вот такими... Вот такой рассады, да, она, смотрите, уже как вымахала почти мне по плечу. И вот такая она вообще нежная, белая, с серединкой или розоватой, или желтоватой. Вот отцвела, ну, так она выглядит. Здесь более белый цвет, но вообще здесь серединка такая немножко кремовая, скорее всего. Вот такая роза. Название я подпишу, картинка там будет как раз.
тоже хорошо дала прирост. Смотрите, повторно цветущая. Вот опять она вся на бутонах. Вот. Тоже не болявая. Вот здесь у меня три сорта роз. Сейчас издалека покажу. Вот так. Смотрите, как разрослась лаванда кругом. То есть уже сомкнулась она. Вот. Расстояние здесь примерно 30-40 сантиметров между кустами. Вот я ее высаживала вот таким кругом. И она уже полностью сомкнулась в бордюр. Вот так. Вот. Ива Хакура Нишики. Я ее подстригала в этом году. Представляете, вот она опять повылазила. Был такой красивый круг. Я брала у соседей большие ножницы, у меня не было. И я ее подстригала в шарик. Была очень аккуратно выглядела. Но сейчас она опять дала вот эти вот все растопырки. Но все равно более или менее аккуратно смотрится. Буду, конечно, ее, не знаю, в этом году буду подстригать. Может, на следующий год. Буду чаще ее подстригать. Вот. Поэтому за сезон ее всего лишь один раз подстригла, надо раза 3-4 за сезон, это точно. Нормально стало отходить хоста, потому что здесь очень жарко, здесь солнцепек целый день, и хостом, конечно, здесь было тяжело. Вот представляете, она на солнце вот такая, а вообще в жизни она вот такая. Смотрите, какое различие, как два разных сорта, да? Вот по листве, если посмотреть, вот, так и не узнаешь, какой сорт. На солнце так, а в жизни так. Потому что я ее брала вот такой голубой. Вот. Нормально отходит. Все хорошо. Вот даже здесь, да, посмотреть. Смотрите, на солнце она вот такая, а в жизни вот такая. Тоже. Сорт даже не определишь. Вот на солнце, а это вот такой уже. Солнца сейчас яркого нет, поэтому. Вот еще одна у меня вервоника. Тоже была куплена, ну, не знаю, я когда высаживала, в середине лета, что ли, на распродаже за 100 рублей. Смотрите, какой уже куст нарастила красивый. Вот такой цветет великолепно. Вот так. Такими голубыми цветочками. Княжик. Еще здесь вот как раз два княжика я высадила. Здесь должен быть белый и фиолетовый. Но он весь у меня фиолетовый. Видите, тоже я спасла. Очень плохо выходила из зимы. Это туя смарагд, которую я стригу чупа-чупсом. Так она выглядит красиво. Крона почему-то начала желтеть. И я ее тоже отливала, отпаивала, обрабатывала. И вот она сейчас вот таким шариком. Я ее подстригала один раз всего лишь в этом году, чтобы была красивая такая круглая крона. Красиво смотрится очень. Гортензия. Это Skyfall. Еще одна. Мне писали, что это не Skyfall. Ну, нет, Skyfall очень сложно перепутать с другим сортом, потому что вот у него цветочек такой гиацинтовый, и он и есть. То есть этот Skyfall я и покупала цветущим, поэтому я видела, что я беру. Вот так вот тоже очень красивая гортензия, мне нравится. Пропустила свою любимицу. Это гортензия Самарская Лидия. Очень красиво. Она у меня, конечно, здесь обломалась от ветра. Пришлось, видите, ее подсобрать. Но это, конечно, великолепная гортензия. Просто очень плотно набитая шапочка. Цветочки не раздвинуть. Смотрите, какая плотность. Цвет просто великолепный. И она потом становится, конечно, вот это уже некрасиво. И она такая еще темнее становится. Вот такого красивого-красивого цвета. Болела тоже клещом, я ее обрабатывала. Видите? Вот так. Это посадка прошлого года. Я покупала ее на выставке на ВДНХ из питомника Веры Глуховой. Новинка. Еще одна гортензия. Это 10-й сорт, который у меня появился в этом году. Пинки-винки. Вот такая великолепная. Она мне очень нравится. Здесь и фертильные, и стерильные цветочки. Соцветия такие конусовидные. Вообще они будут очень крупные.
Растение молодое. Я ее посадила буквально 2 недели назад. Посадила сюда на второй план, даже можно сказать, ближе к третьему плану. К забору я имею в виду, потому что гортензия очень высокая, 2-2,5 метров и очень мощная. Поэтому она у меня здесь будет красиво смотреться возле голубого можжевельника. И здесь высажена на опоре. Это глициния Blue Moon. Вот так она выглядит, разрослась в этом году. Очень хорошо, смотрите, какой ствол уже образовала. Вот. Хорошо одревеснили побеги вот эти. Прям дерево-дерево. Конечно, к зиме ее подготовлю. Буду проливать калийным удобрением, гуматом калия. Но вообще она наросла, конечно, вот уже до сюда. Но здесь, конечно, все мерзнет, потому что зеленые побеги у нас не выживают. Я ее укрывать не буду. Возможно, что я укрою только вот этот вот низ. Буду укрывать, скорее всего, укрывным. Ну а верх, он просто у меня замерзнет. Буду его обрезать. Хотя считается самая морозостойкая из глицинии, но у нас очень большие температурные перепады. Ну, в этой части ничего пока без изменений. Хотя я сюда рассадила. Сейчас покажу. Почвопокровники сюда посадила. Ну, это, наверное, с месяц назад. Я уж не помню. Вот, они все уже приросли. Смотрите на солнце, какого красного яркого цвета. Вот. Я сюда их сажаю, посадила, потому что, чтобы они плелись и держали мне также, были как крепления для камня. Сейчас покажу издалека, как камни выглядят, обрамление. Вот так. Ну, симпатично с камнем стало. Это сегодня обкосили возле камней, я их обмыла, растения. Вот так это все смотрится. Очень симпатично. Мне понравились камни. Так выглядит весь цветник. И еще вам хочу показать возле забора цветничок небольшой. О, здесь мы выкапывали камень. Начали копать и выкопали вот такой камень у себя. Так, здесь тоже, видите, обрамление возле камня сделали. Здесь уже подняли выше, видите, камень, потому что здесь у нас к концу участка возле забора, где выездные ворота, здесь уклон идет. Поэтому камень выше подняли. Ну, такая, две волны здесь. По краю высажена эта лаванда. Практически она вся сомкнулась. Смотрите, здесь расстояние было тоже 30-40 сантиметров между кустиками. Ну, кое-где здесь еще ни смыкания не произошло, но в принципе уже практически сомкнулись. Высаживала эту лаванду маленькой рассадой прошлой поздней осенью, примерно в конце октября. То есть смарагд, у меня их 2 штуки, вот они, и 3 куста розы. Розы я покупала практически бесплатно, потому что они были очень и очень плохого качества. Саженцы буквально по 2 веточки, и все они были, наверное, желтого цвета и засушены, полностью засушены. Они мне очень долго сидели, я их откачивала эти 3 куста, вот, поливала, подкармливала. Но смотрите, они наконец-таки отошли. Месяц сидели, а то, наверное, и больше, без движения. Вообще, я думала, их выкапывать буду, но они отлично. Все 3 красного цвета я брала, что удивительно, я думала, будет пересорт. Ну, там сортов-то и не было, просто цвет был указан, что красный. Это роза такая, там темно-красная, а это ярко-ярко красного цвета. Тоже очень красивая. Барбарис Мария. Очень мне нравится такое яркое желто-зеленое пятно. Хоста. Это тоже барбарис. Это вот 3-я роза. Хоста еще одна. Такая тоже красного цвета, темно-красная. Получается, я посадила по бокам темно-красную, а посередине алую. Вот.
И здесь у меня два можжевельника сбоку посажены. Это такие стелющиеся можжевельнички, мягкие. Вот здесь один, и там с краю другой. Ну, вот так выглядит цветник. Сюда вообще я хочу еще вот где камни. Вот здесь, это вот здесь. И вот здесь камень. Вот. Я сюда буду высаживать еще гортензию самарскую лидию. Я ее начеренковала. Вот видите, посреженная. Она повторно цветет. Это лаванда. Красивая. Вот так это все выглядит. Участок чуть подзарос, потому что дожди шли каждый день. Вот как два дня нету дождя. Вот так мой выглядит цветник. Все прекрасно, все хорошо. Еще я обработала все хвойные. Сейчас покажу препарат. Это вчера не было дождя, я вчера обработала. Не я лично, а просила. Значит, обработали ракурсом. Это вот такое растение, ой, препарат для хвойных. И здесь перечисляется, от каких заболеваний. Это мы обработали вчера. И через неделю еще будем хвойные обрабатывать хомом. Через недельку. Потому что вот эта лестница мне не нравится, как она выглядит. Сейчас вам покажу. Она в прошлом году болела. И в этом году она тоже, мне кажется, заболевает. Потому что я вижу по хвое, что она стала такая тусклая. И вообще, видите, она как разрослась. По соотношению к штамбу это что-то вообще непонятное. Я ее не стригла. В этом году я сделала ошибку. На следующий год я ее буду подстригать. Смотрите, во все стороны все торчит. Непонятно, штамп маленький, крона очень большая. Она прям не соответствует. В следующем году обязательно буду ее стричь, чтобы она была красивая. Чтобы штамп соответствовал кроне. А то что-то прям непонятное, все торчит. Вот я через неделю ее буду хомом обрабатывать обязательно. Вот так выглядит цветничок. Все здесь хорошо. Меня не было, наверное, в цветнике 2 недели. Но, в принципе, все выглядит отлично. Вот сегодня с утра я обмыла камни. Потому что, видите, здесь вдоль цветника обкашивали триммером. И все это на растения попадало и на камни. Поэтому я сегодня прям обмывала, чтобы чисто все было. Вот так выглядит мой цветик. Ну, в принципе, все, что хотела, показала. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.